сорт острого перца, халапеньо там. Этот перчик еще называют перец гринго. Это слабый острый сорт перца. Острота у него от 2 до 4 тысяч сковелей. Он очень-очень плотный. Имеет вот такую вот плоть, укрытую микротрещинами. Созревает он от темно-зеленого цвета до красного. Вот с таким вот переходом. Если посмотреть, срок созревания этого перца 75-80 дней. Этот перчик имеет небольшую остроту, но если убрать из перца саму плаценту и семечки, он будет иметь практически нулевую остроту. Это все, кто любит перец без остроты, ну, любит вкус халапеньо, это самый-самый подходящий сорт. Вот так, сейчас листочки поубираем, чтобы лучше было видно. Его можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать и на подоконнике. У меня кустики невысокие, хотя высота такого куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. Он хорош в закатках, с него можно делать соусы. Вот такие небольшие кустики. Кустики у меня где-то в пределах, ну, сантиметров, наверное, 25. 20-25 сантиметров, не больше. Так эти кусты могут быть очень-очень высокие и давать большие урожаи. Его можно выращивать как в теплицах. В теплицах кусты будут высокие. Также можно выращивать в открытом грунте. Можно выращивать на подоконнике. Вот паучок у нас бегает здесь. И на подоконниках он не будет занимать много места. И будет давать им хороший урожай. Очень хороший сорт. Если кому понравился такой сорт, вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.